В квартире советской и российской певицы Ирины Грибулиной произошло страшное событие. Ранним утром к ней проникли грабители, выдававшие себя за журналистов известной программы. Они предложили дать большое интервью, но войдя в квартиру, связали и избили певицу. Ирина очнулась связанная и ошеломленная. Грабители унесли все сценические костюмы, деньги и драгоценности. Автор хитов 90-х сообщает, что полиция ведет поиск преступников, но, судя по всему, они пока не найдены. По их мнению, Ирина Грибулина многое не договаривает. Она всю жизнь промышляла антиквариатом. Ее трое мужей из четырех были связаны с антиквариатом, вывозили иконы, картины за границу и многое другое, еще в советские времена. По одной из версий следствия, у Грибулиной находилась партия антиквариата, подготовленная к незаконному вывозу, о которой и узнали преступники. Не исключено, что артистка начала активно заниматься контрабандой, используя свои связи. Сейчас на такие услуги сильно вырос спрос. Многие пытаются вывести свое ценное имущество за границу, где оно будет в безопасности. Под подозрение попал молодой любовник певицы, с которым она проживает в одной квартире. Вероятно, именно он и стал наводчиком.